Всем привет! Мы начинаем новое прохождение на обозе Суворовская. По легенде, переехал сюда с тем, что было. Сам работал дальнобойщиком на КамАЗе. Вот КамАЗ остался с прицепом. Ну и тут немножко пожитков, скажем так. Инструменты всякого рода. Мебель какая-то и так далее. Топливо. Плюс с собой я привез саженцы. Саженцы деревьев. На этой карте мы будем заниматься выращиванием собственного леса. Вот. На счету 700 тысяч. Присмотрел себе вот такой участок. Тут уже даже есть какой-то въезд. Но забора нету. Есть какая-то еще вывеска. Было какое-то, видимо, хозяйство, но его забросили. А поле, поле здесь ухожено. И тут растет у нас пшеница. Надо будет нанять какого-то местного фермера на комбайне. Все это смолотить. Большую часть продам. А один прицеп, наверное, будет оставить. Надо будет строить курятник, все деньги останутся, и, соответственно, для кур оставим пшеницы. Вот, а это пока что надо разгрузить. Потом поедем на деревню, поищем там комбайнера какого. Это тоже тут где-то разгрузить, так чтобы не сперли все это. Надо в сторонке. Как уберем хотя бы часть какого-то поля, потом будем под застроечку его разрабатывать. Поле, вот это вот. Но все идет у нас под застройку и под лес. Я, наверное, даже не буду разгружать. Я лучше так на прицепе все пока и оставлю. Надо будет там есть сельхозмагазин. Я думаю, там у них будет какой-нибудь прицеп. Возьму в аренду. Пока что именно прицеп с бортами. Мой тоже можно борты нарастить, но надо все разгружать. А лучше пусть так постоит. А мы возьмем другой. Вот туда, едем на деревню. Так, пойдем узнаем, что тут да как вообще в этом поселке, что можем взять. Может, дадут телефончик какому-нибудь комбайнера. Так, ну что, нашел я прицеп, уже зацепился. Взял, в принципе, такой же, как у меня, только не он с бортами идет. Нормально, 35 тонн там влазит, так что нормально. Дали мне телефончик мужичка, там рядом где-то со мной, говорят. Есть комбайн, на Доне работает. Договориться можно будет. Сказали, вроде поможет. Так что сейчас едем к нему. Заедем, узнаем, что да как. Есть ли у него там возможность сейчас нам на участок приехать. Будем молотить. Надо строиться, уже октябрь месяц. Еще ни дома, ничего. То есть какой-то там шалаш, как говорится, поставить было бы неплохо.
подготовиться, как говорится, к зиме. Летим туда на участок. Пойду прогуляюсь. Где-то рядом должен быть. Ну, тут нашел еще какой-то коровник или свинарник. Какой-то заброшенный рядом со мной. Непонятно, что это. Наверное, коровник. То есть написано. Ну да, молоко, коровник. Ну, такой довольно-таки большой, он двойной даже. Рано, что его не используют. Ладно, возьмем на заметку. К тому же рядом. Движение в деревне неплохое. Жизнь кипит. Так, вот он тут. Нашел я его. Да, действительно, рядышком он. Тут у него дон. Комбайн Россельмашевский. Старенький еще. Пойду узнаю. Да, дом, конечно, у него. Весь дырявый. Может, старый. Где он тут? Так, рассчитался. 10 тысяч запросил. Зараза, за 13 наших гектар. Все тогда. Ждем его. На участке должен подъехать через полчасика. Так что бегу пока обратно. Так, ну что, он на месте. Надо теперь рассчитаться за этот участок. Так, это у нас восьмое поле получается, да? Но оно довольно-таки огромное. Тут еще есть часть леса вот. Нам надо будет... Это вот так вот я оставлю под застройки. А остальное будем засаживать лесом. Вот я... Привез свои, как говорится, саженцы, ну и заодно будем их приживать здесь. Надеюсь, все получится, все будет хорошо. Так, ну что, пусть это начинает. Сейчас там пусть настроится пока туда-сюда, а я там буду ожидать, пока вызовет на первую загрузку. Так, ну вроде пристрелочный круг пошел. Ну, сразу с коптителем идет, еще у нас еще солома останется. Потом нужно будет тоже ее когда-то куда-то забагрить. Ну, там уже решим. Да, поле, конечно, урожайность не сильно большая. Но не удобрено было. Ну, вот что-то. И на том спасибо, как говорится. Что ж, давайте пару машин загрузим. Там посмотрим, как пойдет дело. Надеюсь, мы еще с этого что-то заработаем неплохо. Хотя бы отбить там какую-то и аренду, и постройку дома. На этом урожае, я надеюсь. Было бы неплохо.
Да, Камазюку, конечно, в этом прохождении придется не сладко. У нас единственный кормилец, так что будет работать по полной, хотя пробег у него и так уже приличный. 8000 часов. Так, бункер заполнен. Ну что, поехали на первый заход. Бункер, правда, там небольшой, там, по-моему, 8 кубов. Он даже первый тюк уже готов, ничего себе. Так, или это что, он тюк выгрузил? Чё встал-то? О. Да, тюки такие не маленькие. Тысяч литров. Нужно будет их чем-то загрузить. Так, стоп, 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 наверное, мешает. Стой. Ага. О, слушай, а он такой не тяжелый. Да. Даже рукой можно двигать их. Он, наверное, поэтому и стал, что мешал тюк. Высота небольшая, нека. О, давай, 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 давай. Нормально. Так, хотя бы так. Туда-да. Продолжаем уборочку. Сейчас быстренько уберемся и поставим хотя бы дом какой-то для начала. Так, ну что, первый прицеп почти есть. Да, конечно, тут немножко неудобно с подъездом к комбайну, но тем не менее, выбирать не приходится. Часто посмотрел, кстати, там, где лучшая сейчас цена. Поедем сейчас продадим первую партию, посмотрим, сколько выручим. Там в районе 1000 сейчас стоит. Один куб. Это 1000 литров. 1000 там чем-то, 1080, что-то такое. На протравливателя. Поедем сейчас туда. Пусть пока занимается. Тяжеловато идет, кстати, КамАЗ полным прицепом, особенно по полю, если ехать.
нормально так пригружен. По дороге еще более-менее, а вот по полю, конечно, да, тяжело. Ну, учитывая, сколько он тут прошел. Вот и круг идет. У нас полный прицеп. Я думаю, еще прицепа 2-то точно будет. И неплохо заработаем с этого. Так, нам сюда. В принципе, мы сейчас выскакиваем направо. По дороге. Здесь налево. И, в принципе, должен увидеть его. Ладно, поехали. Хоть и гравийка такая, но в принципе нормальная дорога. Масса разгоняется неплохо. Вот тут еще леса чутка есть на моем участке. А мой участок получается, наверное, где-то вот до этой дороги, вон, которая около поля. Бункер заполнен опять. Ну ладно, сейчас быстренько съездим. Разгрузимся. Так, ну что, вот сюда нам в ангар в этот надо зарулить как-то. Здесь, наверное, делают семена. Так, ну да, неплохо, в принципе. Деньга идет. Больше 35 тысяч получу. Солкается. Погодка сегодня еще хорошая. Так, отлично. 37 тысяч.
Ну, неплохо. Ну, еще машину точно привезем. В принципе, деньги будут на начальное время. Тоже, в принципе, на этом будем пока серию эту заканчивать. Доубираем уже этот урожай. В следующей серии тогда уже будем ставить дом. На этом спасибо всем, кто посмотрел. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И до новых встреч. Всем пока.